Главный редактор британского журнала Politics First Маркус Пападопулос утверждает, киевские протесты – это дело рук США и Евросоюза. Украина – это не конкурс между свободой и тиранией, как представляет Запад. Это скорее попытка изолировать Россию и ослабить ее, окружив враждебным по отношению к Москве правительством. США и Европейский Союз пытаются поставить санитарный кордон вокруг возрождающейся России. Безусловно, иностранным политикам США очень хорошо известно о геостратегической важности Украины с точки зрения ее сельскохозяйственной и промышленной мощи, ее географического положения.